Планета ресурсов. Под таким названием в Славянске на Кубани прошла ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. Около 30 работодателей и представителей учебных заведений пришли на ярмарку, чтобы встретиться со своими потенциальными работниками и студентами. Подробности в следующем материале выпуска. Сегодня найти работу с достойной зарплатой и хорошими условиями труда достаточно непросто. Для того, чтобы помочь безработным в этом нелегком процессе, Славянский центр занятости проводит ярмарки вакансий, на которых желающие трудоустроиться могут пообщаться непосредственно с работодателями, задать интересующие их вопросы. Для соискателей было предложено около 1500 вакансий, в том числе сезонные работы на Черноморском побережье. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших работодателей. Спасибо вам большое, что вы всегда откликаетесь на наши просьбы, на наши приглашения. Я хочу обратиться к вам, соискателям, безработным. Сегодня я ответственно заявляю, что в Славянском районе работа есть, ее много. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня тоже поработали, пообщались с работодателями. Здесь вы имеете прямой доступ к каждому работодателю, пообщаться, обсудить все условия труда и принять решение. Ярмарка вакансий открыта для всех, кто ищет работу. Для отдельных категорий граждан предусмотрены определенные льготы при трудоустройстве. В частности, для людей с ограниченными возможностями здоровья действует закон о квотировании рабочих мест. Отдельное внимание уделяется трудоустройству людей предпенсионного возраста, для которых предусмотрена возможность повышения квалификации или переобучения за счет государственных средств. Ярмарки вакансий проводятся не только для желающих найти работу, но и для школьников. Выпускники 9 и 11 классов могут здесь пройти профориентационное тестирование, а также пообщаться с представителями высших и среднепрофессиональных заведений, чтобы выбрать, куда пойти дальше учиться. После 12 часов начнется еще ярмарка для наших будущих выпускников. Это ярмарка учебных мест. Мы также приглашаем на эту ярмарку наши учебные заведения все района и также близлежащих наших район, к нашему району близлежащих территорий. Это Краснодар, Крымск, Новороссийск. Они всегда тоже принимают в этой ярмарке участие. Помимо поиска вакансий, участники ярмарки могли получить консультацию у специалистов Пенсионного фонда Управления социальной защиты населения, а также Центра занятости населения по вопросам трудового законодательства. Соискатели были проинформированы о негативных последствиях неформальной занятости. Ярмарку вакансий в этот день в общей сложности посетило около 200 человек. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».